Скажите, отомстить обидчику это грех, и что такое бумеранг, не в прямом смысле слова? Отомстить обидчику. Ну, лучше всего на Господа. Пусть Господь сам с человеком, с этим. Как в каком-то месте Писания сказано, мне отмщение, аз воздам. Ну, Господь говорит, мне отмщение. Ты мне, я буду сам. Не сам не делай, мне поручи, как бы это. Я сам разберусь. Тем более, что с точки зрения нас, вот, например, меня, как человека, да, если кто-то чужой человек, что-то со мной нехорошо поступил, и мне какой-то досадил, неприятность сделал, и я против него, например, имею какую-то злобу, и мне хочется вот как-то его тоже ущипнуть, уколоть, тоже ему что-то больно сделать как-то, ну, отомстить, грубо говоря. Вот. И, в общем-то, у меня к нему неприязнь, к этому человеку. Но Господь смотрит на вещи, Он не на моей стороне и не на его стороне, Господь. Хотя бы тот и неправду сделал, действительно, может быть, жестоко, может быть, несправедливость какую-то сделал. Но ведь и он чадо Божие, несмотря ни на что. Пусть он заблудшее какое-то чадо, но чадо, и Господь его тоже хочет к познанию истины привести, и чтобы он тоже осознал и покаялся, и чтобы он тоже наполнил его сердце любовью. Господь-то его тоже стремится к спасению привести. Вот. И может быть, я смолчу и где-то там стерплю, может быть, это будет, ну, небольшой такой каплей помощи Богу, чтобы этому человеку, этого, до этого, достучаться до этого человека. Ведь иногда Господь все-таки вот только лишь любовью может покорить сердце человека и победить злобу человека. Других вариантов нет.